Вместе песенки поют мишки, ми-ми-мишки. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Вместе песенки поют мишки, ми-ми-мишки. Хаотично. Не пройти, не проехать. Кеша. О, Тучка, здравствуй. Чем занимаешься? Здравствуй, Кеша. Белая Тучка наблюдает за природой. Наблюдал за природой. Ну, показывай, где природа-то? Где природа-то, Тучка? Не вижу никакой природы. Улетела природа. Ты ее распугал. За природой надо осторожно наблюдать. Тихо, издалека. А, издалека? Извини, это все лес. Он такой хрустит весь. Если по нему сильно ногами топать, у меня, может, с рождения шумность повышенная. О, я найду способ, как наблюдать за природой издалека. Даже при моей шумности это получится. Цыпа, ты-то и будешь у меня природой. Цыпа! Природа, стой! Thank you.
известно всем исследователям природы, природа не любит шумности. Что же делать всем тем, у кого эта самая шумность повышенная? На помощь приходит изобретение Иннокентия. Природонаблюдательная машина! Итак, у нас есть природа, до которой очень далеко. Нажимаем на кнопку увеличения. И спокойно исследуем природу. После чего помещаем природу обратно в природу. Ага. Удобно, практично, бесшумно. Цивилизация. Знаешь, Кеш, цивилизация, конечно, хорошо, но у нас на севере делают немного по-другому. Белая точка покажет. За природой надо осторожно наблюдать. Тихо, издалека. Ага! Это то. Это возьмем. Вот. Ага! Не. Это то. Это возьмем. Вот. Это то. Это возьмем. Ага! Здорово! Цивилизация! Чем незаметнее ты, тем заметнее то, что есть в природе. О! О! Здорово! Вот как надо за природой наблюдать! Именно так! Так вот ты какая! Природа! Ух ты! Забавненько! Тучка, смотри! О! Ух ты! О!
забавненько. Все! Так, а здесь? Ну, а здесь? Эй, грибы! Куда вы все подевались-то? Нет, ничего. Так, а здесь? Все, нету здесь грибов, нету. Я тут все обыскал. Тучка, ты где? Куда он вечно пропадает? О! Куда он вечно пропадает? Вот ты где! Все танцуешь! А грибы, значит, я один должен собирать, да? Все-таки я не понимаю. Тучка, ну как ты эти грибы находишь? Ну не было там грибов. Не было. Я все обыскал. Да не знаю я, Кеш. Как-то само собой получается. Просто Тучка умеет говорить на языке леса. У вас там на севере и леса-то нет. Один снег кругом. И снег есть, и лес есть. Север, он большой. Кстати, а как вы на своем севере запасы на зиму делаете? Вялим моржовое мясо, рыбий жир. Рыбий жир? Фу, гадость! Не, наши грибы лучше. А собирать мы их будем с помощью технической мысли. И никакого языка леса учить не надо. Это возьмем. Это пригодится. Иннокентий, Иннокентий, я там грибы в сушке приготовил. Помоги, пожалуйста, развесить. Да подожди ты с грибами. Смотри, какую я штуковину сделал. Ух ты, а что это такое? Сейчас все грибы в лесу будут наши с помощью вот этой вот моей грибособирательной машины. О, здорово! А как эта штуковина работает? Вот, стой тут и смотри, а я покажу тебе, как умеет делать запасы на зиму настоящий бурый медведь. Я тебе говорил, полный успех моего изобретения! Слушай, Иннокентий, а где тут грибы? Ну, там, в числе всего.
всего прочего, конечно. Тучка листья не ест. Ну, грибы там тоже есть, наверное. Вот. Ага. Вот. Ага. Вот. Эх! Да, на вкус не очень. А может, это как у вас, на севере? Добавить туда рыбьего жира и все. Послушай меня, Иннокентий, давай. Да знаю, знаю. Не надо сюда больше мусор из леса таскать. Эх! Не получилась моя грибособирательная машина. Нет, Кеша, получилось. Ты, Иннокентий, сделал не грибособирательную машину, а листьеуборочную. Как ты говоришь? А-а-а! Точно! Листьеуборочная! Ой, какой я все-таки молодец! А, ну, и ты тоже. Так, если это немного доделать... А сюда нужны олени. Да какие олени? Просто приделаем педали и все. Привет, Кеша. Да вот, в путешествие собираюсь. Куда? В путешествие? А давай я тоже пойду. Ну хорошо, пойдем. Пешком далеко не уйдешь, много вещей на себе не унесешь, много не повидаешь, да и заблудиться можно. Не заблудимся. У меня компас есть. Ого!
А у меня идея есть. О, а у тебя есть серьезка? Отлично, подойдет. В общем, приходи завтра с утра ко мне и вещи свои захвати. А у меня идея есть. Только не пешком. Отлично, подойдет. Цивилизация. Привет, Иннокентий. А что это такое? Это шар для нашего путешествия. Ну что ты стоишь? Прыгай в корзину! Иди в путешествие! Не, Тучка никуда не полетит. Тучка не летучий медведь. Почему? Шар понесет нас за все наши вещи! Мы не заблудимся и не забьемся с пути, потому что сверху все видно! Тучка никуда не полетит, да и погода нелетная. Понял! Ты просто боишься летать! Я не боюсь летать. Да, ты был прав. На шаре путешествовать нельзя. Пошли домой, пешком. Да куда мы пойдем? Нас далеко занесло. Тучка дороги не знает. Я же тоже дороги не знаю. Так у тебя же вроде компас есть. Ага, только он в рюкзаке остался. А рюкзак у тебя дома. И что же нам делать теперь? Не годится! Так! Это не то! Забавненько! Mm-hmm.
Знаешь, Кеша, а я думаю, ты прав. На шаре путешествовать можно. У меня есть идея. Здорово ты все-таки придумал. Видно все вокруг. Все удобно. Левее иди. Теперь правее. Теперь давай вперед. О, Кеша, а вот и провода. Держись правее. О! А вот и твой дом! Ура! Мы нашлись! Отлично! Пойдем! Это то! Это то! Да, здорово все-таки путешествовать. А давай завтра опять в поход пойдем. Чего? Чего я такого сказал-то? Да ты чего? Сверху видно все. Большая медведица, малая медведица, Кассиопея, Очень хочется. Тебе в планетарий нужно сходить. Куда? Ну, там, где звезды, можно наблюдать и днем, и ночью. В твоем лесу есть такой планетарий? Нет. Тогда буду учить по карте звездного неба. В лесу нет, а у меня в Берлоге есть такой планетарий. Точнее, скоро будет. Thank you.
это тучка. О, Цыпа! Я лисичка. Наш Кеша. Так, меня в берлоге скоро будет такой планетарий. Это не то. Это не то. Это то. Это не то. Здесь повесим ковшик. Это не нужно. Забавненько. Так. Это не то. Это не то. Это не нужно. Это не то. Так, осталось самое главное. Так, что мне пригодится? Это не то. Забавненько. Осталось самое главное. Это то. О, Тучка, ты как раз вовремя. Заходи. Планетарий. Ты не сильно ушибся? Так это и есть твой планетарий. А почему все на веревочках? Веревочки? Да, на них как раз можно и не смотреть. Ты взгляни на это все! Вот это, например, созвездие Большая Медведица. Все прям как у тебя на картинках. Ну, почти все. Вот созвездие Чаши. Собственно, даже нескольких чаш. Одна, правда, разбилась, но это не важно. А молоток-то тут зачем? Ну не может же такого быть, чтобы на всем небе не было ни одного созвездия молотка. Вот я и повесил его в углу. Там пустое место оставалось. Молоток я сниму. Ну раз нет на небе такого созвездия, значит нет. Хотя зря. Я бы завел. Нет на небе никакого молотка. Ну, давай я все починю. И ты сможешь учить звезды в моем новом планетарии. Я лучше на природе. По твоему планетарию у меня не получается. Тучка, подожди! Ты куда? А звезды учить? Тучка! Ну что, ты обиделся, да? О, Тучка! Тучка! Светлячки! Похоже на ков. Нет, скорее, это большая медведица.
товарищи. Фея, слушай, Тучка, ты говорил, на природе звезды хочешь учить. Так вот же, нам природа звезды показывает. Смотри, Геш, вот это похоже на созвездие Малого Льва. Вот Орион. Вот Персей. Это Скорпион. Водолей. Ну почти Водолей. Сова сказала, что это не Млечный путь, а звездный дождь. Много ты в совином языке понимаешь. Сова сказала, уже наступила ночь, и пора спать. Ну, тогда спокойной ночи, Тучка. Спокойной ночи, Кеша.